Я свежий ветер, огонь крылатый, и наше время на циферблата. Пусть повезет нам в большом пути от равнодушья себя спасти. Позвольте поприветствовать вас от имени полномочного представителя президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Анатолия Анатольевича Серышева и поздравить вас с Днем России и началом трудового семестра. Позвольте зачитать вам приветственный адрес от исполняющего обязанности губернатора Омской области Виталия Павловича Хаценко. Мы гордимся, что Омичи всегда были и продолжают оставаться одними из лидеров стройотрядовского движения всей России. Так держать. Желаю каждому из вас удачи, успехов, романтики и верных, надежных товарищей. Сейчас очень нужны трудовые ресурсы в нашей стране. Правильно говорят, что труд крут, это такой девиз современной молодежи, во всяком случае Омской, это точно. И, наверное, очень важный фактор, это то, что география работы вот наших студенческих отрядов, именно омских вузов и СУЗов, и школьные отряды, она очень большая, она практически по всей стране. И все самые большие сегодняшние передовые стройки, это как раз это все наше. В этом году мы выезжаем на всероссийский студенческий проект «БАМ 2.0» на станцию «Небель» в количестве 30 человек. Поучаствовать на стройке века – это очень престижно для нашей молодежи. Также родители гордятся, то, что в столь юном возрасте мы принимаем участие в такой стройке. В этом году еду впервые комиссаром на всероссийский трудовой проект и надеюсь, что все получится, ведь с нами едет огромная команда. Им три отряда представляют студенческие отряды проводников Омска в городе Санкт-Петербург. Также трудовые проекты у нас в этом году есть в городе Адлер, в городе Москва. И действительно здорово, что мы ежегодно покоряем высоты, ездим на всероссийские трудовые проекты и привозим действительно знамена и высокие показатели.